Баба Намо Кейвалам, Баба Нам Кейвалам, Баба. Баба Нам Кейвалам, Баба Нам Кейвалам, Баба. Баба Нам Кейвалам, друзья, намаскар! Сегодня мы научимся играть киртан, который я переделал в лоу-фай звучании, разучим аккорды и паттерн игры на гитаре. Играть будем лоу-фай киртан на лоу-фай гитаре, переделанной из советской, наверное, ленинградки. И первым делом давайте разучим аккорды. Попробуем сделать разбор, как если бы это вы сидели и смотрели на гитару сверху, немножко под углом. Итак, первый аккорд АМ. Указательный палец на второй струне первого лада, ну, в моем случае второго, но первого от каподастра. Средний и безымянный палец на втором ладу, соответственно, на четвертой и третьей струне. Аккорд АМ. Следующее. Смотрите внимательно. Мы убираем средний и безымянный палец. Средний переставляем ниже на третью струну, а безымянный переставляем на четвертую третьего лада. Это аккорд F мажор 7. Можно его сыграть с добавочной ступенькой, покрасивее чуть-чуть, вот таким образом. То есть мы прижимаем безымянным пальцем уже пятую струну, а мизинцем дожимаем четвертую струну. Это чуть-чуть посложнее. Дальше. Мы всю эту конструкцию переставляем на одну струну вверх. При этом указательный палец оставляем на второй струне первого лада. То есть вся конструкция на ступеньку вверх. Если у вас была конструкция с тремя пальцами, значит вы ее тоже переставляете на ступеньку вверх. Это аккорд С. И следующий аккорд, самый простой, это аккорд ЕМ. Итак, аккорды АМ, F мажор 7, С, и ЕМ. Теперь мы разучим паттерн игры. Есть манера обучения паттернам по типу вниз, вверх, вниз, вверх, вниз и так далее. Мне очень сложно было запоминать паттерны. В таком варианте мне легче с обучениями, где учат ритмическому рисунку. Там, та-та-та-там, та-та-та-там, та-та-там. Та-та-та-там, та-та-та-там, та-та-там, та-та-та-там, та-та-та-там, та-та-там, та-та-та-там, та-та-та-там, та-та. Я не музыкант, и поэтому спрос с меня не музыкальный. Я наигрывал, нарабатывал этот паттерн потом и кровью, и иногда желанием сломать гитару. Это нормально в процессе обучения. И я надеюсь, что эта обучалочка поможет вам разучить замечательный киртан, поймать поток, получить удовольствие, улететь в космос. Всем намаскар!